Значит, сразу оговорюсь. Мы называем местами, то есть некрополем террора и ГУЛАГа. Это места массовых захоронений расстрелянных. Это лагерные кладбища. И это кладбища спецпоселков. Конечно, это три разные категории. По-разному возникали, имели разные статусы в момент формирования и бытования в годы террора. Ну, дам короткую характеристику. Значит, места массовых расстрелов и захоронений всегда были тайными. Да, то есть все места массовых захоронений расстрелянных тщательно скрывались их местонахождение, сама процедура казни и так далее. Но на этом я остановлюсь подробнее, потому что хотела сегодняшний разговор вот по мотивам как раз выставки, которая здесь представлена, говорить именно об этой части некрополя террора и ГУЛАГа. Вторая категория – это лагерные кладбища. Значит, что такое лагерные кладбища? Они не были тайными, они возникали вокруг всех лагерей. Особенно большие лагерные кладбища возникали вокруг центрального лагпункта, вокруг центрального лазарета лагерного, где была высокая смертность. И в разные годы, в 20-е, в 30-е, в послевоенные, в военные годы и в послевоенные, эти кладбища и по-разному как бы функционировали, и по-разному сохранились. Ну, например, в военные годы хоронили в траншеях без каких бы то ни было наземных опознавательных знаков, а уже в послевоенные умерших хоронили под номерами, на могилах, в индивидуальных могилах, в гробах, и сверху были установлены номера, соответствующие каждому человеку. То есть это не личный номер заключенного, только чтобы никто не путал, а это номер захоронения. Велись учетные книги, в которых этот номер захоронения сохранился. Вот. И третья категория. Да, эти кладбища, они существовали, они не были тайными. Заключенные знали, где находились лагерные кладбища. Они существовали столько же времени, сколько существовали лагеря, около которых они были разбиты. И после закрытия лагерей, уничтожения, они специальным образом не уничтожались. Как принято говорить, они исчезли по естественным причинам, то есть столбики с номерами обветшали, упали, и там даже, где они были сохранены, не везде в архивах сохранились книги захоронений, учетные книги захоронений, и поэтому не всегда можно восстановить персонально могилы людей, умерших в данном лагере. Третья категория – это кладбище спецпоселенцев. Казалось бы, они максимально близки к обычным сельским кладбищам. Да? То есть спецпоселок, в нем жили люди, многие жили семьями. Это и крестьянская депортация 29-31 годов, это и национальные депортации более поздних лет, когда люди были высланы и депортированы семьями. Да, вот они жили в этом спецпоселке, да, в очень тяжелых условиях, но, как правило, умерших хоронили члены семьи, близкие хоронили в могилах, ставили какие-то надгробные памятники и знаки. Тем не менее, эти спецпоселки были разрушены
когда кончился, это заброшенные спецпоселки. Большинство из них исследователи, поисковики находят, идентифицируют поселок по наличию кладбища. То есть с конца 50-х годов за этими кладбищами никто не ухаживал, поэтому они в очень плохом состоянии, и далеко не все захоронения на этих кладбищах можно опознать, прочитать, и тоже они идентифицируются, как правило, по не холмикам могильным, да, а наоборот, по провалам, потому что за этими могилами не ухаживали. Хотя мы знаем, что в конце 80-х, в начале 90-х очень много родственников поехало в Сибирь, особенно из стран Балтии, из Литвы, Эстонии, Латвии, и еще и проводили эксгумацию и забирали прахи на родину, хранили на своих семейных кладбищах. То есть находили эти могилы. Вот. Вот эти три категории. Значит, что мы сегодня знаем по численности, известной нам? В нашем учетном реестре, в реестре мемориала, местами массовых захоронений жертв советского террора ни одна государственная структура не занимается. Это общественный учет, а, соответственно, и общественное знание, да, то есть как составляется этот реестр. Мониторингом, публикацией, составлением запросов. Вот в 2013 году мы сделали такой массовый запрос по всем районным администрациям, а вы понимаете, сколько в России районных администраций, это 2500 районов. Да? Мы написали запросы во все районы с просьбой сообщить о наличии в их районе мест мемориальных кладбищ, памятников жертвам террора и ГУЛАГа. Надо сказать, что мы получили очень много ответов. Много это, ну, как, примерно 60% нам ответили. Кто-то не знал о местах захоронения, кто-то знал. Ну, я имею в виду про администрацию. Но вот таким образом собирается этот реестр. Я сегодня хочу как бы больше говорить о местах захоронений расстрелянных и, более того, еще немножко уже, о местах, о массовых захоронениях расстрелянных в период Большого террора, да, то есть 37-38 годов. Потому что, ну, это немножко ближе к теме выставки, про экспертизы, и именно эта часть некрополя наиболее остро воспринимала, поиски этой части советского некрополя наиболее остро воспринималась в конце 80-х, в начале 90-х. Я потом немножко объясню, почему. Значит, итак, у нас учтено 161 место захоронений расстрелянных в период Большого террора. Но из них только 130 подробно исследованы, то есть проведена верификация. Мы работали либо на местах, ездили и осматривали эти места, либо дистанционно с поисковиками и хранителями памяти, которые занимаются обустройством этого места. И, в общем, можем представить публично справку, описание этих захоронений. Вот. И еще одну цифру хочу назвать. Вот 130 мест захоронений известно более-менее подробно, и из них только в 30 случаях были проведены экспертизы. Ну и всего в 50 случаях была проведена эксгумация
ну и вот в 50 случаях эксгумации, и из них только в 30 какая-то экспертиза. Вот. А теперь, когда мы говорим только о местах захоронения казненных, давайте я просто тезисно назову их особенные характеристики как место совершения преступления, да, как объект. Вот какие у этого объекта есть основные особенности. Первое, это что все эти захоронения изначально были без надземной части. Это понятно, да? То есть мы вообще, когда мы говорим о некрополях, мы всегда говорим о трех составляющих. У некрополя в культуре, в языке всегда есть три составляющих. Одна составляющая – это подземная часть, это само по себе захоронение. Вторая часть – это культурная часть. Надземная – это памятники и памятные знаки, надгробия и так далее. И третья – это составляющая более такая абстрактная, это память человеческая, да, это имена, биографии и так далее, да. То есть она не привязана к территории, но она не, как неотъемлемая часть некрополя, в принципе, в культуре. Вот, поэтому, что касается и специфики этих мест захоронений, они никогда не имели надземной части. И в период формирования, то есть тогда, когда там людей захоранивали, и в более поздние времена. Да? И поэтому в новое время мы сталкиваемся с созданием нового некрополя. Потому что на момент самих захоронений, наверное, правильно говорить о могильнике, а не о кладбище. Да? Мы не можем говорить о кладбище. Значит, вторая очень важная характеристика – это то, что все эти захоронения – это общие могилы. Общие могилы неизвестного количества людей. И самое главное, что по самому типу захоронений – это не кладбище. Как бы оно по замыслу не кладбище. По замыслу исполнителей, палачей, это захоронение, которое никогда не воспринималось кладбищем. На языке НКВД это либо могильник, либо какое-то слово типа дача, участок, леса особого назначения и так далее. Да? То есть вот подчеркнутая терминология. Поэтому именно поисковая работа, именно работа с этим объектом происходит некая метаморфоза, да? Из захоронения, из могильника, если говорить на языке НКВД, оно превращается в кладбище. Кстати, небольшое отступление. Очень многие дети расстрелянных, которые либо участвовали в поисках, либо потом выступали на открытии, они все время это подчеркивают, что знаете, такая вот случается оговорка. Моя мама или мой папа, значит, похоронены здесь, потом человек спохватывается и говорит: нет, их не хоронили. Понимаете, то есть вот это вот подчеркивание, которое в памяти у людей существует, это тоже такое очень важное дополнение к самому месту. Значит, поэтому поиск этих мест и знание об этих местах, оно всегда носило такую характеристику тайного знания. Понимаете, причем интересно, что с двух сторон. Для НКВД это было тайное место, да? А для людей, которые еще в годы террора могли знать, видеть, вычислить, да, эти места, это было тайное знание, да? Тайное знание о совершенном преступлении. Потому что эти места, вот с тайной памятью, тайная память о чем? Понимаете, и вот эта тайная память, которая существовала и формировалась еще в советские годы о местах захоронений, она все время носила
обязательный аспект, вот обязательную такую характеристику – это память о преступлениях. Да? И из этого, вот из этих характеристик будет более-менее понятно, почему мы сегодня сталкиваемся с некоторыми странностями этих поисковых и уже странностей мемориализации этих мест. Значит, в поисках мест массовых захоронений расстрелянных существовало несколько интенций. Одна интенция – найти, чтобы подтвердить факт преступления. Да, то есть вот для человека, который пускался в этот исследовательский и иногда на местности путь, преступление было факт совершенного преступления был очевиден, да, потому что он его без потому что априорно. Да? Вот факт преступления ему известен. И он ищет захоронение для доказательства этого факта. Это одна интенция, да, поисковиков. Вторая – это личная интенция. Детей, расстрелянных в годы Большого террора. Дело в том, что в течение многих десятилетий эти дети находились в неизвестности, да, после ареста. Ну, скажем, отца, они получали сперва сообщение, что он приговорен к 10 годам без права переписки, ждали эти 10 лет, потом получали фальшивое свидетельство о смерти, что в годы войны он умер там в таком-то лагере. И так постепенно, шаг за шагом, приближались уже к полученным документам в конце 80-х годов о том, что их отец или мать были расстреляны в 37-м или 38-м году с датами. Вот. И вот для этой личной памяти очень важно было найти, наконец, да, все, отец, мать или муж расстреляны, но вот такая естественная человеческая потребность принести цветы на могилу. Да? И вот эта потребность, которая осталась и которая сформировала личный поиск. Поэтому, если мы посмотрим на историю поисковых групп и экспедиции конца 80-х, начала 90-х, мы увидим, что очень многие из этих экспедиций возглавляли как раз вот эти дети 37-го года. Именно они искали своих отцов, да, и опрашивали свидетелей, в общем, так или иначе находили. Но вот эта интенция личная, она через вот эти годы неизвестности и вранья, она довольно-таки оказалась мало требовательной к точности исследования. Понимаете, то есть это память, которая легко соглашалась на примерный результат. Может быть, это не очень понятно, но это желание и это потребность положить цветы на могилу, прибить досочку, поставить крест с именем, оно столь велико, что на некоторые сомнения и искажения они отбрасывались, как правило. Да? Вот вывело исследование на какое-то место, да? Проведены первые в 89-90-е какие источники? Источников очень мало, да, вот первые приблизительные представления о месте захоронения. Все, выдохнул, у меня есть это место, да. То есть вот здесь достоверность результата немножко понижалась за счет жажды обретения этого места. Вот. А теперь, что еще очень важно тоже к этой характеристике.
Все знают, и десятилетия повторяли. И в России как раз с конца 80-х годов эта работа была начата. Это работа по великой метафоре Ахматовой, хотелось бы всех поименно назвать. Да? И вот это абсолютно работает в составлении списков, книг памяти, биографических справочников разного рода, и региональные книги памяти, и профессиональные книги памяти. Вот. Но в отношении некрополя, понимаете, очень важно, что никогда не существовало и сегодня не существует работающей метафоры, хотелось бы всех поименно найти. Вот это отсутствует начисто, начисто в сознании. Да? То есть поиск идет массового захоронения без разделения на индивидуальности. И с этим связаны будут те казусы экспертиз, про которые я сейчас буду рассказывать. Вот. А именно вот эти особенности сформировали очень пониженный запрос на экспертизу. На экспертизу и эксгумация понятна. Эксгумация – это доказательство. Вскрыли, сделали шурф, вскрыли, увидели, что там человеческие останки, и этого достаточно для доказательства того, что здесь место массового захоронения. Как правило, такие вскрышные работы, которые проводились в начале 90-х, они просто заканчивались вскрытием какого-то захоронения, обнаружением черепов с ярко выраженными пулевыми отверстиями, а для этого не нужен ни эксперт, никто. Это визуальный осмотр любого имеющего глаза человека. Да? И захоронение закрывалось, на нем ставился памятник, и дальше он уже существовал в культуре как место, где всех расстреляли. Да? Тоже очень важный момент. А вот это представление каждого найденного места в начале 90-х как место, где расстреляли всех, независимо от периода, независимо от региона, это тоже потенциальный отказ от экспертизы и поиска всех расстрелянных, да? Вот. И так вот этого запроса на экспертизу не сформировалось в конце 80-х, в конце 80-х, в начале 90-х. Тем не менее, был другой запрос. Был запрос на мифологию права. Понимаете? Дело в том, что любому человеку, особенно если он не специалист в этой области, всегда хочется обратиться к эксперту. И поэтому запрос на экспертизу – это как бы повышение статуса находки, не более, не результат. Результат никого никогда не интересовал, результат этой экспертизы. А именно получение экспертизы – это повышение статуса находки. Вот. И поэтому вот все известные случаи обращения, ну, кто обращается за экспертизой, механизм. Надо это рассказывать, как устроен механизм поиска, обращения в прокуратуру, в экспертизу, да? То есть, ну, такой усредненный вариант сразу расскажу. Значит, дело в том, что по закону о похоронном деле вообще граждане не имеют права раскапывать никакие захоронения, да? Но интересующие нас объекты находятся в лесу, и кладбищем не являются. Поэтому, строго говоря, под закон о похоронном деле они не могут попасть, потому что они не являются захоронениями, а являются, не знаю, каким-нибудь дачным участком или лесным участком. Но если человек по каким-то причинам в лесу копает яму, любой может поехать в лес и начать там копать яму.
вот, то это деяние ненаказуемо до тех пор, пока он не натыкается на человеческие останки. В этот момент любая поисковая группа останавливает свою работу, вызывает на место прокуратуру, пишет заявление о том, что на таком-то участке, на такой-то дороге, столько-то километров и так далее, да, ну, с географическими координатами, обнаружены человеческие останки с признаками насильственной смерти. Потому что гражданин, не специалист, не обязан разбираться, какого периода эти останки. Да? А если обнаружены в лесу останки с признаками насильственной смерти, то нужно обращаться в прокуратуру. Да? Выезжает на место прокуратура, и она обязана принять к рассмотрению это заявление. Или еще, ну вот я тоже привезла с собой несколько распечаток актов. Поисковая группа составляет акт. Мы такие-то, такие-то, в таком-то месте, значит, на такой-то глубине обнаружили то-то и то-то, да, для заявления в прокуратуру. То есть вот такие коллективные акты, иногда это вызов чисто телефонный, неважно, приезжает прокуратура. А дальше у прокуратуры есть два варианта реакции на вызов в лесное урочище. Либо прокуратура возбуждает уголовное дело по факту обнаружения останков с признаками насильственной смерти, либо отказывает в возбуждении уголовного дела, но мотивировано. Ну, например, значит, так как эта поисковая группа не случайным образом попадает на тот участок леса, где что-то находит, да, а, соответственно, до этого есть сбор свидетельств, составлена уже историческая справка, да, еще какие-то материалы или опрошены свидетели из близлежащих деревень, да, то есть уже некий пакет. Значит, по этому пакету пишется историческая справка, и на основе этой исторической справки прокуратура может дать отказ в возбуждении дела за очевидностью, потому что, да? Потому что эти останки являются жертвами большого террора, это и срок давности, это и отсутствие идентификации этих останков и так далее. То есть мотивированный отказ. Но, как правило, все поисковые группы, которые, пафос которых в мемориализации, да, то есть, а что такое мемориализация? Это не просто памятник, да, это изменение статуса останков. Это было, как я уже говорила, был могильник, а должно стать кладбище. Да, с братскими могилами, потому что это уже изменить невозможно, но при этом оно становится в культурном смысле, да, кладбищем. И поэтому вот такой отказ прокуратуры вполне устраивает всегда инициативную группу, потому что это дает основание признать это место историческим памятником истории, поставить памятники, обустроить, проводить траурные церемонии и так далее. Да? Вот. Но в некоторых случаях прокуратура берет образцы из захоронения и отдает на экспертизу. Такие случаи тоже есть. Значит, а дальше что может экспертиза? Но вы были на выставке, вы видели, что в разных странах экспертиза может, и разные эксперты могут очень интересные и важные вещи. Значит, по нашим практикам, что может реально установить судебно-медицинская экспертиза? Тип оружия, из которого были совершены выстрелы. Баллистическая экспертиза всегда точна, определяет оружие, определяет, ну и, соответственно, дает справку, как использовалось данное оружие, кем использовалось, какой образец выпуска и так далее. Да? Но мало чем помогает. Ну, как бы по большому смыслу, хотя это очень качественная экспертиза. Значит, что судебно-медицинская экспертиза может указать? Судебно-медицинская экспертиза, к сожалению, та массовая
экспертиза, которая у нас проводится повсеместно, может, не может ответить на вопрос, это захоронение 20-х или 30-х годов. Да? Не может определить, это период гражданской войны. То есть, наверное, может, но не определяет никогда. Вот, они определяют по одной стандартной шкале, где подтверждают, что захоронение старше 50 лет. Следующим уровнем экспертизы либо не владеют, либо не считают нужным. Да? Еще раз подчеркиваю, экспертизу делает экспертное бюро по запросу прокуратуры. Вот механизм, да? То есть, что прокуратура запрашивает, то они и делают. Возможно, и есть и специалисты для более детальной. Что еще может определить экспертиза и определяют? Это полувозрастной состав. Как правило, это устанавливается полностью. Значит, какова процедура? Практика. Какова практика дальнейших действий? После того, как прокуратура закрывает дело, да, это правовой момент, закрывает дело и пишет свое заключение, что представленные образцы, перечисляет, значит, все эти образцы, изучает возраст, пол и делает общее заключение о том, что это захоронение старше 50 лет, тут и выплывает историческая справка. Потому что в любом заключении используется целый ряд экспертов. Да? Вот баллистическая экспертиза сделана, вот судебно-медицинская сделана, и вот, пожалуйста, там, неважно, краевед, мемориал, профессор университета подал справку историческую, да, она тоже является заключение эксперта, ну просто историка. Да? И дальше по совокупности выносится, значит, постановление прокуратуры о том, что да, это место, место массовых захоронений. И дальше начинается интересный момент. И дальше все останки, которые были взяты из общего рва или общей ямы, они возвращаются заявителям. И дальше эти заявители, эти останки перезахоранивают. Значит, вы понимаете, что при вот этой частичной эксгумации, я подчеркиваю слово «частичной», потому что из общей ямы, где оказалось захоронено 40-27 человек, да, ну, эти захоронения очень разные численности, а взято, ну, простите, как ковшом какое-то количество биоматериала. Взято и проведена экспертиза. В результате экспертизы не все костные останки ее проходили. Как правило, экспертиза идет по черепам. Дальше они были снова все смешаны. То есть вот это вот захоронение, уже перезахоронение, оно теряет последние признаки индивидуального и уже негодны для вторичной идентификации. Вот такая практика. Значит, какие есть известные что я пропустила? Что из всех известных нам мест массовых захоронений генетическая экспертиза проводилась всего несколько раз. Я сразу не касаюсь останков царской семьи, это всем известно, я помимо истории с царской семьей. Значит, первая генетическая экспертиза была проведена на, но это не расстрельное кладбище, а на кладбище интернированных в Рязанской области.
интернированных поляков. Там сохранились столбики с номерами и план захоронений, но столбиков было всего 5 или 6. И была проведена генетическая экспертиза одной из могил. Родственники этого польского генерала оказались живы, дочь жива, и она провела эту генетическую экспертизу, потому что не было стопроцентной уверенности, что правильно сосчитаны ряды недостающих столбиков. Да? Столбиков было очень мало, кладбище было очень большое. Это была первая генетическая экспертиза, которая известна. Но, правда, она проводилась не в России, потому что останки дочь вывезла, вывезла останки, и генетическую экспертизу уже проводила в Польше перед захоронением на семейном кладбище. Вот. Вторая генетическая экспертиза была совершенно неожиданной. Это в процессе работы над самым, наверное, сейчас громким, если вы следите за публикациями громкой истории, это захоронение на Заячьем острове в Петербурге, на территории Петропавловской крепости, жертв красного террора. Да? То есть 18-й, 19-й, 21-е годы. Эти археологические исследования вели археологи, поэтому никаких нарушений костяков не было. Все слои были очень грамотно сняты. Кстати, надо сказать, что это тоже очень редкий случай, когда этими поисковыми работами на месте занимаются специалисты-археологи. Это просто крайне редко. Вот, но это как раз тот случай. И в одной из расстрелянных ям, да, а списки существовали. Списки по датам расстрелов существовали, списки существовали по... они публиковались в 18 году в газетах, да, поэтому списки расстрелянных существовали, причем группами по... это расстрел заложников, и поэтому там под каждой датой была... И, судя по всему, каждая дата – это своя расстрельная яма. Вот из этого предположения в одной из расстрельных ям был обнаружен скелет человека с повреждением, с таким очень характерным повреждением ноги. Поэтому было предположение, что это такой генерал Рыков. У него оказались родственники, и была проведена генетическая экспертиза этих останков. Все совпало, и он был захоронен на городском кладбище. Пересохранение было сделано. Вот, все, два случая. Два. Генетическая экспертиза, ну, помимо останков царской семьи. А в то время, как наши коллеги, например, в Литве и в Польше, вот это два сюжета хочу рассказать, потому что там принципы как бы такие встречные, очень интересные. Значит, понимая и сложность экспертизы и безумную ее дорогостоимость, то, что она очень дорогая, и то, что она очень сложная. И беспокоились, и продолжают беспокоиться о том, чтобы эти экспертизы можно было провести в будущем. Да? То в Польше уже более 12 лет существует национальный банк генетических кодов. То есть всем гражданам Польши предложено, если они ищут своих предков, погибших во Второй мировой войне или в результате, значит, террора, и пропавших, сдать
сдать анализы, и они формируют вот этот банк. А потом, когда они где-то находят останки, они на существующий банк сегодняшний, да, накладывают генетические коды найденного. Да, вот такой подход в Польше. Я спрашивала вот сотрудников, которые занимаются поиском захоронений в Варшаве и пользуются вот этим живым банком. Ну, извините, что я говорю живой, потому что он тоже очень неживой. И пропагандируют эту сдачу среди старшего поколения. Потому что чем больше поколений от останков, тем менее достоверны результаты экспертизы. Да? То есть, ну, вы знаете, вероятность падает или, наоборот, повышается. Я не знаю, как правильно математически. Вот. А в Литве другой случай, ровно наоборот. Когда в Таскулении было вскрыто огромное захоронение, то там эксперты работали много лет, но проводя генетическую экспертизу каждой косточки, они разобрали останки по индивидуально. Они ушли от самого страшного, что для экспертов, они ушли от того, чтобы смешать останки разных людей. То есть они проводили экспертизу каждого фрагмента, и поэтому у них сделаны такие захоронения в специальном пантеоне, в специальных таких цинковых ящиках, да, и где они их пронумеровали. А дальше родственники, которые узнали о том, что это захоронение найдено, они приходили и уже как бы за свой счет, да, они это делали, а может быть, государственная программа, боюсь ошибиться. Вот, то уже когда живой человек приходил и интересовался, то тогда устанавливалось соответствие от живого к погибшему. Да? Вот, то есть другая вещь. Но там и там это работает. Да? Ну вот. Ну так, обзор я вроде закончила. Теперь как мы лучше поступим? Я могу почитать вам некоторые цитаты из экспертиз. Да? А могу сразу начать отвечать на вопросы. Варвара, как лучше? Можно, я думаю, экспертизу почитать, если... Ну, хорошо, давайте. Значит, каждый раз я буду, значит, значит, вот смотрите. Это гора Каштачная, Томская область, овраги. Значит, я что-то буду читать как цитаты, а что-то буду пересказывать. Вот, значит, в процессе строительных работ вскрылись останки. И в 1989 году члены Томского общества «Мемориал» провели пробные раскопки на одном из участков оврага подозрительного, что это было место массовых захоронений недалеко от Томской тюрьмы. И в 89-м они провели пробные работы, в 95-м мемориал передал в Томскую прокуратуру партию останков. Да? 95-й, запомнили, 89-й первая часть, в 95-м вторая. Санкция прокуратуры на их перезахоронение была получена в 2002 году. Давайте вот я буду читать, комментарии делать не буду. Да? Скорость. Так. А, это замечательно. Так, вот как выглядит акт. Настоящий акт составлена комиссия мемориала в составе. Пропускаю, да? В том, что
В раскопе на территории Ковалевского леса в районе 4-го километра по Рябовскому шоссе между 12-м и 13-м пикетами было обнаружено остатки захоронения, и из раскопа была извлечена для передачи на экспертизу две гильзы из огнестрельного оружия и один патрон, давший осечку. Вот что составляет любая маломальски грамотная поисковая группа. Да? Я вот обещала вам. Какой тип документов вот откладываются? Так вот, одна очень забавная история, связанная с экспертизами. Я вам уже говорила, что в баллистической экспертизе как бы почти нет смысла никакого, да? Потому что обычно баллистическая экспертиза проводится примерно так. Из представленных гильз, одна гильза является гильзой патрона 7,62 на 25 образца 1930 года калибра 7,62 мм к пистолету ТТ. Гильза изготовлена в СССР, определить год ее выпуска невозможно, так как маркировка отсутствует. Гильза стреляна в пистолете ТТ выпуска до 1948 года. Да? Понятно, да? Смысла... содержание такая экспертиза вроде не несет. Но один курьезный случай я могу привести. Это наш в Ленинградской области случай. Захоронения относились к крайнему, расстрелы относились к крайнему периоду, периода примерно 20-21 года. С 18 по 21 год в этот период и расстрелы проводились на территории Ржевского артиллерийского полигона. Было обнаружено захоронение, и около этого захоронения довольно-таки большое количество странных гильз. Я небольшой специалист в военных всяких прибамбахах, но гильзы действительно странные. Никогда мы таких не видели, не только я, но и другие участники этого поиска. Сдали на... Да, и их очень много, да? Что тоже странно. Получаем ответ. Две гильзы и патрон являются гильзами-патронами 6,5 на 50 Арисака. Калибра 6,5 мм, предназначенным для стрельбы из японской винтовки Арисака модели 38, выпущенной в 1905 году. Эксперт пишет, данная винтовка и патроны к ней официально поставлялись в Россию в период Первой мировой войны. Большое их количество оказалось на складах после революции 1917 года и использовалось разными организациями. Дальше... Обращение к экспертам, объяснение такое. Оказывается, это винтовка Арисака, это маленькая легкая винтовка, которая годилась только для ближнего боя. Поэтому она мгновенно была снята с вооружения в Первую мировую войну. И после 1917 года она была просто передана в ЧК, потому что те твари занимались только ближним боем. Да, и дальше пояснение эксперта, что эта винтовка, вот все, что застряло в России после 1917 года, было отдано в ЧК. Да? Вот такие странные. Так. Вот хочу вам прочитать немножко побольше из акта прокуратуры. Довольно-таки свежий. Свежий. 10, 11, 12 годы, да? Можно сказать, свежие. Можно. Значит. Это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Петербургской прокуратуры. Значит,
Обнаруженные останки датируются не позднее 20-х годов 20 века. Данный вывод подтверждают фрагменты истлевшей одежды, пуговицы, предметы личного благочестия и другие. Отсутствие кожных покровов и внутренних органов на данном этапе делает невозможность установить причину смерти этих людей. Останки которых обнаружены в захоронении. Дальнейшие работы с вещами и останками будут направлены на идентификацию личности, уточнение давности и обстоятельств захоронения. Ориентировочная предположительность таких исследований обычно достигает от 1 до 1,5 лет. Таким образом, в ходе проверки, в скобках прокуратуры, да, не установлено каких-либо данных, свидетельствующих о совершенном преступлении в связи с отсутствием признаков насильственной смерти. Кроме того, да, здесь некоторое примечание. Значит, так как речь идет о Петропавловской крепости, о расстреле заложников, то в эти годы еще не существовала стандартная НКВДшная техника расстрелов в голову. Расстреливали из винтовок, и поэтому стреляли в тело. Ну, это просто, чтобы понятно, почему они пишут, что в отсутствии кожных покровов и так далее. Вот, а дальше вы очень внимательно слушайте. Кроме того, в соответствии с пунктом Г, части 1, статьи 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекло 15 лет. В данном случае смерть неустановленных лиц в количестве 16-17 человек, это один из раскопов, обнаруженных на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, предположительно наступило в 20-е годы 20 века, что подтверждается заключением по результатам археологического исследования и справки заместителя начальника Ленинградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В связи с чем неустановленное лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, как со дня захоронения обнаруженных останков неустановленных лиц прошло более 15 лет. Понятно, да? Но дело в том, что так как это происходит в Петербурге, то вслед за этим идет депутатский запрос Вишневского. Прочитаю замечательную цитату из ответа депутату Вишневскому, значит, что имела в виду прокуратура. Да? Значит, текст такой. Сведения о том, что обнаруженные останки происходят от жертв так называемого красного террора, имевшего место в период 20-х годов 20 века, исключают возможность дачи правовой оценки событиям, в результате которых погибли лица, чьи останки были обнаружены, поскольку в настоящее время истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, а вот теперь внимательно, да, это повтор того, что пишет прокуратура. Кроме того, исторические события с точки зрения уголовно-процессуального законодательства РФ не подлежат правовой оценке. Вот давайте я на этом чтении, на этой замечательной фразе чтение остановлю. И попробую ответить на вопросы. Наталья Соловьев, спасибо за очень интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, когда выявляется вот такое массовое захоронение? Вы сказали, что оно приобретает статус объекта культурного наследия. Оно получает статус объекта археологического наследия или как-то иначе? Как определяется его категория с точки зрения структурного наследия? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Я вам скажу так. Правила нету. И могу добавить просто свое впечатление, мнение, впечатление. Понимаете, дело в том, что в России, мне кажется, гораздо больше работают слухи о законах, нежели сами законы. Вот прошел такой слушок, что есть какое-то авторское право. Ну так вот, прокатился этот слушок, значит, в начале 90-х годов. И оказывается, это авторское право каждый
каждый свободный гражданин развивает из своих представлений о том, что такое автор, что такое право. Да? И вот на этом рождается какое-то правоприменение. Да? Оказывается, ну и так далее. Да? Специально взяла пример в сторону. И вот этого представления о том, какие права у чего есть, да, и чем что регламентируется, наши администрации, районные, областные, они же тоже люди. И поэтому они тоже придумывают каждый раз по-своему, что из чего вытекает, по своим понятиям. И довольно-таки часто вот достаточно элементарной экспертизы о том, что да, это место массовых расстрелов и захоронений. Прокуратура, подпись. Для того, чтобы местное управление культуры выделило эту территорию и признало ее памятником. Памятником истории. Не мемориальным кладбищем. Таких случаев нет. Мемориальное кладбище – это, как вам сказать, ну, это фигура речи. Кладбищем оно вот в статусе кладбища единицы находятся. Вот как ни странно, Левашовская пустошь в Петербурге и относится, ну как бы и финансируется по этой же части, что и все остальные исторические кладбища. Понимаете, нету правила. Как местная администрация. Да, иногда это передают на баланс музея. Местного краеведческого. Ну, кто-то должен ухаживать за местом захоронений. Знаете, еще какие бывают случаи? Еще бывают очень распространенные варианты. Да? Вот поисковая группа нашла, прокуратура подтвердила. Местная администрация сказала, ах, какой ужас, у нас тут столько людей убил, давайте поставим памятник. Администрация ставит памятник, на учет в реестр памятников попадает только памятный знак, без территории. Понимаете, вот такие случаи тоже очень часто бывают. Потому что с территории памятник очень легко поставить на учет. Вот так, например, в Горно-Алтайске. Да? Территория описана, историческая справка есть, на учет поставлен памятник только, без территории. Ну вот, понимаете, так что тут с законами сложно. Насколько вообще релевантны попытки обращения к государственным архивам, к каким-то государственным инстанциям в плане сотрудничество, да, вот в плане обращения к архивам и взаимодействия с ними для получения информации о массовых, опять же, расстрелах, захоронениях и получения вот общих сводок из действующих, текущих современных государственных архивов, насколько вообще это реально и ведется ли практика вот такого обращения к государственным архивам? Здесь я могу ответить по разным объектам. Значит, если речь идет о лагерных кладбищах или кладбищах спецпоселков, то там сотрудничество возможно, и там нет проблем даже с работой в архивах ЗАГСов, хотя закон о персональных данных не разрешает вам знакомиться со свидетельствами о смерти не родственников, да? Вот, но тем не менее за давностью очень часто идут архивы на сотрудничество и предоставляют сведения об умерших в данном спецпоселке, да, этого района. И там можно восстановить и имена, и так действовало несколько замечательных совершенно региональных программ по спецпоселкам и крестьянской ссылке, и депортированных. Да, и составлялись книги памяти в некоторых районах. Но это районные краеведы, очень активные люди, они составляли такие вещи по местным архивам. Значит, лагерные. Лагерные кладбища, то есть эти документы можно найти в информационных центрах УВД каждой
области, к которой он относился, лагерь. Если это сохранилось, то 50 на 50 некоторые идут на контакты и сотрудничают, некоторые отказываются предоставлять информацию. В 90-е годы вот во всех регионах, где активно работали исследователи, такие документы где-то получены, а где-то они просто не сохранились. Да? То есть вот здесь есть варианты. Теперь переходим к самому, наверное, острому вопросу. Это по местам расстрелов и захоронений. Значит, на протяжении вот почти уже 30 лет и мемориал, и краеведы, и музеи, и граждане, чьи близкие были расстреляны, пишут запросы. Сообщите, пожалуйста, о месте расстрела. Ну, либо конкретного человека, если это родственники, либо, значит, если это какая-то общественная инициатива, то и в такой-то период, в таком-то регионе. Стандартный ответ. Никогда никакого другого не видела в глаза. А сведения о местах массовых захоронений, там, скажем, в Томской области архив не располагает. Да? Все, не располагает. Значит, как относиться к этим ответам? Ну, значит, сразу скажу, значит, такого вот документа специального, да, в архиве ФСБ, регионального, либо центрального архива ФСБ, который был бы так красиво, с красивым заголовком, места массового захоронений, да, за такие-то годы и географические координаты, за такие-то годы и географические координаты, такого документа не существует. У них была четкая совершенно инструкция о как бы секретности операции большого террора именно по казням. А, значит, полностью эта инструкция неизвестна до сих пор историкам, но есть целый ряд как бы в косвенных документах упоминания, да, из которых совершенно очевидно, что такая инструкция была. Во-первых, расстрелы в ночное время. А во-вторых, постоянный страх рассекречивания операции. Речь идет о расстрелах, да? И так далее. Да? То есть признаки существования очень четкой инструкции есть. Но нет даже данных, была ли эта инструкция письменная или это была инструкция телефонного права. Понимаете, то есть она могла быть устная. Значит, в результате из всех регионов, да, поэтому они все были секретными изначально, да, и на бумаге не фиксировались. Из всех регионов исключением является только Карелия, где каждый расстрельный акт подписан географическим пунктом. Ну, например, да, Кемь, Медвежьегорск, Сегежа, Петрозаводск, да? Но не местом. И, ну, есть хотя бы этот перечень. А больше, значит, других данных нет. Значит, просить сотрудников ФСБшных архивов там провести исследование и... Нет, это бессмысленно по двум причинам. Во-первых, они этого делать не будут. Не для этого они столько десятилетий тайну хранили. Но даже если бы у них недостаточной квалификации для того, чтобы это найти. Значит, какого рода документы свидетельствуют о точных географических привязках? Да? Вот мы знаем, допустим, город Сегежа, а, ну, понимаете, там, или Саратов, да? Ну и дальше иди и ищи вокруг всего Саратова, где же это место. Да? То есть вот тут включается, когда это найдено, то, конечно, это свидетельство людей, это какая-то передача сведений из поколения в поколение. И уже сейчас это просто не работает. Даже сейчас... на географическую точку. Вот если в 90-е еще можно было выйти на географическую точку по набору свидетельств, то сейчас это уже нереально. И с каждым годом эта реальность по свидетельствам найти
уходит, да, ну поколение-то уходит. Вот, значит, а что? Что точно есть, да? Точно есть накладные на бензин, точно есть штат шоферов, парк машин, да? Наряды, когда, из какой тюрьмы забрали либо живых, либо мертвых, это тоже есть, да? Вот, что обязательно есть в хозяйственной части ФСБшных архивов? Обязательно есть любое ЧП. И если люди в течение, там, вот эти вот постоянные маршруты, посмотрите вот историю Дубовки, там как раз по на место Дубовка, Воронежская область, Воронеж точнее, вот, там как раз вот первая зацепка, где искать. Сейчас там уже эксгумации проводят уже многие годы, вот, но первая зацепка была от машин. Да? Как шли машины. Да? То есть, ну вот это. Так что есть масса разных косвенных документов. Только дело в том, что к этим косвенным документам допуска никогда не было, даже в самые открытые 90-е, и, судя по всему, никогда не будет, потому что это их внутренний архив, это архив ведомства. Закрытые архивы Лубянки никогда не будут раскрыты? Нет, понимаете, дело в том, что мы должны... Нет, ну, когда-нибудь победим и будут, но... вот, и тогда эти места будут найдены, да? И тогда, может быть... решится вот эта вот самая главная проблема. Понимаете, вот эти места, ну вот я вам уже называла цифры, да, что на нашем сайте, который «Карта памяти некрополя террора», вот на этом сайте 131 место массового захоронения расстрелянных. Значит, а теперь давайте поймем, что мы... за исключением Сандармоха, это район, это Медвежьегорский район, Республика Карелия, где мы можем привязать имена к территории, не к захоронениям, об этом речи нет, к территории мы можем привязать имена полностью только там. Ну еще особо московская ситуация, да, с Бутовой, с Коммунаркой, там тоже есть возможность разделить, кто в Бутово, кто в Коммунарке, да, по большому террору. Вот, а вот по России это единственное место, где можно привязать поименно к территории. Во всех остальных, вот, наверное, слышали Левашовская пустошь, да, в Санкт-Петербурге. Значит, там захоронено около 20 тысяч человек. Мы привязать поименно, достоверно, можем 8. 8 человек, не 8 тысяч, 8 человек. Вот про 8 человек... Я точно могу сказать, вот они точно там, потому-то там и так далее. Вот. А там 19450. Понимаете, и вот примерно такое состояние. Значит, 12-й километр под Екатеринбургом. А туда привязан весь Урал, включая Пермскую область. Вот такая была разработка ФСБ в Екатеринбурге. Это было первое захоронение, которое было найдено. Значит, тогдашнее, а еще КГБ, потому что это конец 80-х годов. Тогдашнее КГБ заявило, что в большой террор это была единая компания, да, округ, ну там Сибирь же все время перераспределяла, да, и поэтому все там. Вот. Ну вот, например, вот такие штуки. Поэтому условно туда привязано к Екатеринбургу заодно часть Челябинской области и Пермской, да, чтобы не искали. Но в Челябинске на Золотой горе все равно нашли колоссальные захоронения. Вот. Кстати, вот какой аспект я пропустила. Это вещи. Вещи из раскопов, да, потому что материальные предметы очень часто дают какую-то подсказку. В этих захоронениях это крайняя редкость, да, ну, помимо ранних периодов. Вот в Петропавловской крепости очень много предметов было найдено, потому что это заложники, это 18, 19, 20 год, там все было еще не на потоке, не по правилам, не по инструкциям и так далее. Вот там много вещей. Вот исключением по-настоящему
Огромным исключением является захоронение на Золотой горе в Челябинске. Почему такое исключение? Ничего пояснить не могу. Дело в том, что там поиски этого места начались в 88-89 году, совместной экспедиции. Там, кстати, тоже работали археологи. Там захоронения производились в брошенных шахтах. Почему Золотая гора? Там много было шахт, и захоронения были обнаружены внутри шахт. Были свидетельства, и по ним, и поэтому археологи занимались, они поднимали из шахты на поверхность останки. И оказалось какое-то бесконечное количество вещей, которые больше ни в одном захоронении жертв большого террора больше не присутствует. Все эти вещи были переданы, и они постоянно экспонируются. В Челябинске там есть такой краеведческий центр Баже, это по фамилии очень крупного краеведа Челябинска. И постоянно фрагменты из этой коллекции, поднятые из шахт, демонстрируются. Поэтому там несколько имен тоже восстановлены, но те работы были брошены на, вот просто на середине. Да? В 93-м году эти работы были остановлены. Были получены первые останки с экспертизы, перезахоронены отдельно. И больше никто этими подъемом останков и шахт не занимался. Вот. Значит, вот что я забыла сказать. Значит, в начале 90-х годов, во-первых, вот запрос на экспертизу просто для того, чтобы вот экспертиза, это важно, да? Зачем, непонятно, во что она вписана, непонятно, но это вот как бы повышает уровень правды, да? Вот. И второй момент тоже очень важный. Это была какая-то болезнь 90-х годов. Болезнь начала 90-х годов – это постоянное экспонирование черепов. Да? То есть на всех выставках фотографии раскопов, фотографии черепов. Понимаете, а эмоционально это была довольно-таки тяжелая история, потому что всех этих черепов сидели в залах дети. И эти дети очень остро реагировали на эту экспозицию. И вообще был большой такой длинный диалог, насколько этично, насколько морально цитировать, если есть эти цитаты, их очень мало, но есть, как бы экзекуции самой казни. А вот все эти подробности, насколько это нужно публиковать, является это свидетельством или не является это свидетельством. И вот эти вот фотографии из раскопов, надо их показывать или не надо их показывать. Должны они присутствовать именно как визуализация казни, должны они присутствовать в общественном пространстве или не должны. Да? Вот. В каком-то смысле это та же самая потребность доказательства. Да? То есть вот я вначале еще говорила, что сам поиск вещественных доказательств преступления, да, и вот у них появляется вот такой странный, вот у человеческих останков, да, странный такой дополнительный аспект, они становятся вещественными доказательствами. И вот в этом статусе вещественных доказательств массовые публикации начала 90-х. Да? И чем сильнее статус вещественного доказательства, тем менее интересна индивидуализация каждого черепа и каждого скелета. Да? То есть вот этот интерес, очень интересный, очень важный, мне кажется, для нашего сегодняшнего разговора, вот такое понимание, да, что если это как бы свидетельство, если это улики, то неважно их
персонификация, да? И вот это очень серьезно, почему я об этом говорю, потому что это очень серьезно вошло в культуру, да? В культуру отсутствия потребности персонификации останков. Да? То есть вот эта вот идея, ну вот две я вам назвала, это не только две, конечно, идея литовская или идея польская, да, создание банка на потом. Да, сейчас нищая там страна, да, сейчас нет денег, или сейчас еще не все останки нашли, но на будущее. Да? То есть вот этого взгляда на будущее, что в принципе-то надо, понимаете, вот этого нету в нашей сегодняшнем дискурсе вообще. Понимаете, можно говорить о том, что экспертиза не производится, не производится, потому что денег нет. Понимаете, не в них дело, нету запроса на это. Спасибо. Спасибо за лекцию, спасибо за вашу работу. По поводу территориальной привязки, можете вот дополнить? Пример совершенно не характерный, Сандармов, Медвежьегорск. Они характерны, потому что там же инфраструктуру биобалфага использовали финские военные. И возникли, в последних публикациях этого лета я читал вопросы к результатам экспертизы, резюмации, которая была в 90-х. Есть вопросы по результатам этих экспертиз. Предположение есть, что там красноармейцы в каких-то могилах захоронены. Вот такого рода вопросы возникают, а там уже есть некрополь, уже установлены имена, фамилии расстрелянных. Вот как будет в таких случаях? Ага. То есть там действительно на территории Карелии много погибших красноармейцев, есть и памятники в разных местах, и в Медвежьегорске тоже содержались красноармейцы, насколько мне там известно. Спасибо. Так, вот я вам могу сразу... Я буду отвечать, а вам передам экспертизу по Сандармуху. Значит, понимаете, дело в том, что, к сожалению, пример, который вы привели, это пример политической фальшивки. В Сандармохе захоронены жертвы большого террора. Это действительно, вы правы, абсолютно. Там очень сложная структура, именно поэтому фальшивка такая успешная. Сложная структура, потому что, с одной стороны, Медвежьегорск – это столица Белбалтлага. И в период большого террора был специальный директива о расстреле заключенных. Они тоже попали в расстрелы большого террора. Там же захоронены и жители Карелии, которые были арестованы по 408, и национальные спецпоселенцы, все, да, и плюс еще Соловецкий этап специально туда вывезенный. Вот. Что касается мест боев, да, конечно, там были места боев, да, но... С экспертизой, может быть, где-то там красноармейцы еще не найдены, где-то, может быть, расстреляли, потому что, почему финны... я читал, что финны тоже использовали места захоронений гулаговские для захоронения погибших красноармейцев. Нет. Я понимаю, что всегда существует вопрос, но это единственное место, в котором проведена полностью... Что? Не характерный случай, потому что там были и бои, и... Нет, абсолютно характерный случай, потому что территория выявлена. Вся территория этих захоронений, характер этих захоронений выявлен, он однотипный. И еще в первые дни, так получилось, что я имела самое непосредственное отношение к этому поиску, да, и поэтому могу вам в деталях описать. Да. Это территория моноландшафтная. Да, и поэтому вообще поиск конкретного пятна шел наземными способами, наземными методами. Это моноландшафт, это вся территория захоронений находится в одном и том же типе ландшафтов, а следовательно, совершенно одинакового рода проседания, одного времени, одного типа.
все захоронения находятся на одной и той же глубине, достигающей почти 2 метров. В песочном грунте то же самое прописано ровно в документах и по наполнению расстрельных ям, и по количеству обнаруженных останков в этих ямах. Это идет полное совпадение. Другого типа захоронений на этом пятне не обнаружено. Это не значит, что за пригорком не будет другого захоронения. Понимаете, но это будет другое захоронение, это будет другой поиск, это будет другая история. В течение очень многих лет на расстоянии там 1,5-2-5 километров велись поисковые работы, но они не найдены. Более того, сейчас финские исследователи подняли массу документальных материалов. Не знаю, видели ли вы документальный фильм, снятый в Повенце. Очень интересный, именно как фото и кино. Набор, конечно, там очень много постановочных кадров, потому что они исторические, но постановочные. Но сейчас очень много финских историков занимаются именно формированием этих лагерей, не лагерей, мест, мест их дислокации. Вот. Я не знаю, ответила я вам или нет. Но по характеру захоронений они все одинаковые. Так не бывает. Понимаете, можно пойти вторым слоем на какую-то территорию, но совершенно невозможно, чтобы антропогенное влияние на ландшафт было абсолютно одинаковое в этих двух историях. Елена Анатольевна, такой вопрос. Во-первых, спасибо за лекцию. Во-вторых, согласно 447-му приказу Ежова по квотированию мест лицам, подлежащим репрессии по первой категории, озвученный Амурский край входил в тройку лидеров. То есть там было от первой категории, то есть под расстрел, минимум 5000 человек. В настоящее время Азово-Черноморский край разделился на Ростовскую область и Краснодарский край. Я сам из Ростова-на-Дону. Вот в Петербурге есть Левашовская пустошь, в Москве Коммунарка Бутово. Угу. Получается, у нас вообще ничего нету. То есть ни Ростовская область, ни Краснодарский край не попал в 130 мест, которые были установлены. Нет, вообще, извините, есть. Есть сведения и... К сожалению, у меня просто нет с собой перечня. Я с удовольствием просто отвечу, потому что и в Ростове есть место известное. Наверное, Змеевская балка имеется в виду. Просто в Ростове это место нам больше известно как место, где фашисты расстреливали евреев. Нет. Вы знаете, я очень боюсь ошибиться по памяти, поэтому я вам просто дам визитку, мы с вами спишемся, я вам пришлю все, что есть по этой области. И в наших музеях. Мне затруднится ответить на этот вопрос. Нет, по Ростову точно есть, и по Краснодару тоже есть какие-то. Понимаете, может быть, не закончилось дело мемориалом. То есть памятниками и территорией. Но то, что там... как в Саратове. В Саратове известно было, что расстрелянных захоранивали. Понимаете, типологически бывает два места захоронения расстрелянных. Одно – это когда людей расстреливают в подвалах тюрьмы, и потом вывозят уже трупы для захоронения. Тогда место для захоронения часто оказывается городским кладбищем. Да, периферии городского кладбища ночью без опознавательных знаков подхоранивают сбоку кладбища. А дальше что происходит? Дальше с десятилетиями территория кладбища расширяется. И они уходят под вторичные захоронения, и найти их уже невозможно, определить невозможно. Во всяком случае, у нас это нигде никогда не делалось.
Но, кстати, в Варшаве такая вещь была сделана, когда поверх было захоронение, но это... Я отвлеклась, да? Вот. А второе место, это когда живых людей вывозили в какое-то лесное урочище, там расстреливали и там же хоронили. Да? То есть это другой тип. Вот. А в Саратове, как я вам сказала, был вот, вывозили и хоронили на периферии. Я не помню. Понимаете, просто вот, извините. Хорошо, спасибо. Ну, обязательно, когда все закончится, я вам дам визитку, мы с вами спишемся, и я вам все пришлю, что у нас зафиксировано по вашему региону. Спасибо. Можете визит. Здравствуйте, спасибо. Вы говорили, что проводилось только две генетические экспертизы. Собственно, мой вопрос, почему? Потому что юридически нужно, потому что это делает государство, может делать только государство само, или потому что никто не обращается, или потому что, ну, в смысле, почему так? Это очень, очень мало. Я просто совсем не знаю, как это с правовой точки зрения устроено, поэтому. Угу. Вы знаете, я не знаю, почему мало. Сама эксгумация и перезахоронение вообще имела тоже очень ограниченное распространение. Ну вот давайте пример из истории Абельского кладбища. Значит, Абель — это рядом с Интой. Инта – это республика Коми, по дороге на Воркуту, да? Ну, просто, может быть, просто все знают, что такое Абись, но извините, что так объясняю. Вот, значит, там был инвалидный лагерь. В этом инвалидном лагере в конце 40-х, в начале 50-х Нет, надо просто объяснить, что такое инвалидный лагерь. Это лагерь, в который из других лагерей привозили людей, которые, в общем, в течение очень быстрого времени умирали. Там умер Корсавин, там умер Пунин, там умер такой очень известный в Литве генерал Йодюшес, там умер... умерли украинские ученицы. Вот. И там был план кладбища. Да? И вот эти вот столбики, про которые я говорила. Вот. И самая яркая история случилась с могилами Йодюшеса и Корсавина. Дело в том, что в конце 50-х годов один из литовских ссыльных, Шимкаускас, по дороге с Воркуты из заключения приехал на могилу Корсавина и Йодюшеса. И есть черно-белая фотография, где он стоит около этих двух могил. Да? И это черно-белая фотография, он их... Понимаете, это лагерное кладбище, в общем, там довольно-таки свободный доступ. Но он сделал такие холмики, и вот он сфотографирован на этом фоне. Значит, в 90-е годы, в начале 90-х годов, дочь Корсавина, Сюзанна, категорически отказалась участвовать в эксгумации отца. Где умер, там и умер, сказала она, и в этом не приняла участие. Сыновья генерала Йодюшеса несколько раз приезжали в Абись с попыткой провести эксгумацию. Понимаете, почему я говорю с попыткой? Потому что она так и не удалась. Дело в том, что, ну опять же, идеальное стечение обстоятельств. Лагерный врач перед захоронением вшил в тело
Карсавина и Одишуса капсулу. Информационную капсулу с именем и еще какая-то записка. Я не знаю содержание, потому что никто так эту капсулу и не нашел. И дети генерала Одишуса были живы, поэтому они вполне могли провести и генетическую экспертизу, и все что угодно. Но есть и первичная экспертиза, рост, там, ну, в общем, по биометрическим параметрам, первичная экспертиза. И вот они приехали, они привезли все оборудование, получили разрешение и начали проводить эксгумацию. И не попали. Они вскрыли захоронение, это захоронение было не Одишуса, они закрыли. Они снова считали по наземным колышкам, в какую сторону, да, и при вот этих указаниях. Они вскрыли второй раз и второй раз не попали. Вот. А последнюю попытку они делали в 96-м году и отказались от этого. Значит, в чем проблема? В чем версия данной истории? Дело в том, что это вечная мерзлота. И захоронение... А что такое вечная мерзлота? Это лед. А что такое лед? Это вода. А вода, она течет. И вот есть представление, что относительно наземной части подземное захоронение уплыло. Так, во всяком случае, говорят местные эксперты, которые работают вот в этих полярных регионах. Вот. Вот еще попытки. Я еще знаю несколько такого типа попыток. Мне кажется, если уже отвечать вот четко на ваш вопрос, мне кажется, что почему-то в российском общественном дискурсе эта проблема не стоит вообще. Понимаете, вот сгинул. Сгинул памятник условный, кинотав, главная цель. Почему мне так кажется, тоже могу пояснить. Дело в том, что, будучи в разных экспедициях в разных регионах, я все время обращаюсь к местным краеведам, музеям, в общем, сподвижникам, разным общественным организациям с просьбой показать места захоронения, ну, лагерные, например, да? И вы знаете, есть такой очень интересный ответ. Если это ГУЛАГовский регион, Норильск, например, да? В Норильске масса исследователей, масса людей, которые занимаются историей Норильского комбината, историей Норильского лагеря, реальные специалисты, прекрасные статьи написаны. Спрашиваю, где места захоронения? Да вы что, у нас же весь город построен на костях. Да? Вот смотрите, вот эта формулировка. Город построен на костях. О чем это? Это о том, что некрополь теряет какие бы то ни было черты реальности. Да? Или в республике Коми стандартный ответ. Люди не могут показать, где были лагерные кладбища. Да, они функционировали же до 50-х годов, понимаете? Поэтому они должны были остаться и в памяти, и на местности. Вот. Мотивирую это так, как тут под каждой шпалой кости. Да? При том, что это люди, которые точно, ну вот если задать точный вопрос, то они знают, что не хранили под каждой шпалой. Да? И в фундаменте построенных домов нет человеческих останков. Да? Какой бы маленький лагпункт ни был, все равно был выделен конкретный участок, который назывался лагерным кладбищем. Он мог быть маленьким, он мог быть большим, он мог быть огромным. Это могли быть общие могилы, могли быть индивидуальные, но не под шпалами, понимаете? И не город построен на костях в прямом смысле. Смотрите, что происходит. А метафора порождает отказ от поиска и исследования. То есть как-то это все перевернулось. Метафора формирует сознание, а не сознание метафору. А
А можно еще вопрос? Конечно. По поводу метафоры. А может быть, это своеобразная защита? Безусловно. У нас же во многих семьях есть и исполнители, палачи, есть и жертвы. Проводились опросы. Это большое количество семей. И просто нежелание знать о своем прошлом. Да, безусловно, конечно. И, может быть, даже рациональное нежелание. И этим же можно объяснить порой необъяснимые там препятствия по части работы с архивами. Ну и вообще, я встречал часто такую точку зрения, зачем? Может быть, это препятствие? Ну, то есть, тут столкнулись две тенденции. Там, пусть мертвые хоронят своих мертвецов, и Иван родства не помнящий. Ну, вроде как... Понимаете, я могу сказать только одно, что примерно та же... Совершенно примерно тот же уровень культуры работы со смертью и мертвыми относится и к не только к террору. Понимаете, это ведь общее. Вот. Просто может быть, именно массовый террор и сформировал потерю культа обрядности захоронения и памяти, сохранения кладбищ и так далее. А может быть, здесь как раз именно механизмы террора с уничтожением людей, памяти о них и не оставлением могил, именно он и, конечно же, колоссальная крестьянская высылка, потому что это... Главная традиция в России, погребальная традиция, она, безусловно, принадлежит в первую очередь к деревням, к крестьянам. Да? Это мой дом там, где мои могилы. Да? Вот это все оказалось, может быть, я не знаю. А может быть, террор был возможен, потому что эта культура была утрачена. Я хочу подхватить то, о чем вы говорили, и заметить, что на самом деле это не несколько более широкое явление, чем просто следствие террора, хотя я вам тоже не открыла. Но во всех наших городах существуют исторические кладбища, превращенные в лучшем случае в парки, в худшем случае застроенные. И мы все гуляем на этих кладбищах, там детишки играют, там протекает наша жизнь на костях, вот в самом, что ни на есть, прямейшем из прямых образов. И это была целая политика советской власти в отношении исторических кладбищ, исторических захоронений, стирания с лица земли. Вопрос такой более технический. Какие-нибудь современные технические средства применяются при полевых исследованиях? Что-нибудь кроме лопаты применяется сейчас для того, чтобы находить, локализовать хотя бы ямы, для того, чтобы потом уже их вскрывать так, как это делают обычные археологи? Вопрос понятен. Ответ точно нет, хотя технологии эти существуют, и я сама их несколько лет назад все собрала, и от эхотронов и массы разных приборов, которые ищут в глубину. Да? Но, тем не менее, когда ведутся сейчас поиски, они ведутся старыми дедовскими методами шурфовкой. Вот. Что касается взятия кернов на биоматериал, то здесь они существуют, эти буры, но здесь есть некоторые смешанные представления. Вот я бы не стала таким пользоваться, потому что считаю, что это недостаточно корректно. Мы же не знаем, куда этот бур попадет. Вот. Но знаю, что пользуются, особенно на сложных ландшафтных территориях. Что значит сложные ландшафтные территории? Это территории, на которых очень высокий уровень антропогенного воздействия в разные годы. Да? Когда
после захоронений на этой территории еще что-то происходило, строилось и так далее. Тогда, к сожалению, из стартового поиска сразу исключены наземные методы почти все. И в таких случаях я знаю, что поисковики пользуются оборами и керны сдают просто на наличие биоматериала. Но мне кажется, что самый простой и... Но я все равно, мне буры не нравятся. Но это личное предпочтение, понимаете, не более. Мне кажется, более... спокойным и методичным это работать с почвоведами, потому что любой шурф мгновенно определяется уже на глубине, там, не знаю, 30 сантиметров, определяется, было ли повреждение почвенных слоев или не было повреждения почвенных слоев, и таким образом было ли внедрение внутрь на этой территории или его не было, да, и можно спокойно идти дальше. Тогда поисковики делают сетку и дальше. Но это я к тому, что современные методы не используются. И дорого, и сложно, и вообще какая-то такая мистическая штука. Нет, с ними не работают.